Пятница. Всю ночь моросил дождь. Начался вчера. Мы только успели до дому доехать, генератор включить, завести. Вот. Вот. Сейчас ребята занимаются обслуживанием техники. Ну, подвези нас, Евгений, на тракторе у Черного. Рюкзачок у тебя нормально? И мы прибыли. Вот когда нам не надо на это озеро, здесь тишина. Вот тут вот может быть и клюква. Время, Андрюх. Сейчас на моторчике будет. Коряга. Обсосал корягу. Да нет. То, что попали сюда, надо было не пивом догоняться, а по-взрослому. Выходи, Жень. Вот дрова. Поздно здесь уже было бы их ковать. Полежки хорошие.
О, простоп идет. И вот мы вышли на простоп. Сейчас поймаем щуку. Не дает, это сам знал. Не дает. Ничего не дает вообще. Ни рыбы не дает. Ни половить, ни рыбы не дает. Ну, пока ты поймаешь, он сам зайдет. Не факт. Да ходит там кто-то, ходит. Вот собака идет. Мы были на том озере, здесь тоже кто-то ходил. Фиг знает. Побежала немножко на птичку. Ну такая. Ну да, какая разница? Понятно тебе, что разница не будет. Ты бы ее тащил, на нее бы больше бы села. Папа, ты ловись, не ленись. Все это мозг увидел, да? Забирай, что теперь. Кто-то съест, но не мы. Мы идем уже к тебе. Все равно надо это дело зашлифовать. Значит, голодная? Куда бросал-то? В самый берег? Сегодня вот такая у нас рыбалка в озере черном. Ну, нормально гуляет, первый день зайдет. Все. Хорошо. Плавненько будем разворачиваться, Андрюша, не ругайся. Гуся мирно. Пускает дымок. Как раз мы пересекли. Да. Так,
только в обратную сторону. Вот не надо было так. Я думал, будет все хорошо. Надо было по реке пройти еще. О, о, Женя. О, Андрюха. Привет. Мы на черном. Пока что видели только два хвостика мелких, которые нам дали повод исполнить закон Палыча. Не более того. Ну, еще да. Были выходы. Три хвостика. Бы, да, было бы. Ну, вот. Но один очень маленький. Всю ночь шел дождь, и погода поменялась, стало пасмурно, но тепло. Вообще как-то вообще лето такое продолжается. Дома у нас вообще жара. Сушим грибы, сушим носки и портянки. Все у нас хорошо. Кушаем каждый день супчик из русской печки. Да, но скоро все закончится. Сегодня уже пятница. Да. Кому-то на работу в понедельник. Давай, Прошечка, хоть окунька поймай. Вот. Щучье место. На щуке сегодня. Нет. От слова совсем. Да, такое тоже бывает. Знайте меру, ребята. Там и другой цвет. А если б не было подсака? Полная. Не идет все. Надо к Женьке приближаться. Ну, значит, да, а то мы очень много пройдем. Такой бешеный голос. Ева, вы говорили?
GoPro выключить. Ой, GoPro стоп видео. Я вам говорил. Я вам говорил, что сейчас идет. Не там, я вам предлагал, что открывать и на него не смотреть. Ты... Изменили место. Место поменяли просто. Передвинулись. Я предлагаю объединиться и сделать кое-что за единение. Поддерживаю коллегу. Так вот, GoPro стоп видео. Могу. Ветка. Мелкая. Вот такая. Стандарт. Хочешь, я два раза кидал. Что ты хочешь? Пусть еще. Да, где это было? Там, слева. Там. Там. Там булькнуло. Там. Мы ушли оттуда, там булькнуло. Зачем так говорить, когда запись идет? Ты заколебал. Зрители, блин. Заколебал. Зрители заколебал своими. Извиняюсь. А че вы это самое сидите? Смотри, они хотят что-то поймать, когда закон Павловича не соблюден. Такой экскурс такой был на Черное озеро. Вся надежда на Джонни. Если бы не мы, не мы, не мы. Еще роет. О, мама, не верю. Да ты на глубину ты его закинь. Зачем? Там с глубины поднимем всех больших. Да, да. Мы до сих пор на черном. Ничего мы не половили практически. Хотя все виски выпили. Погода поменялась значительно. Вот видите, вообще солнце вышло. Вода меняется, а рыба не меняется. Как не было, так нет. О, Женя там опять поймал. Он нас спас, мы сейчас снова будем пить виски. Молодец. Да, Женька, пока. Главное, только начинаешь.
ждете интервью какое-то там. Ой, только Женька. Что впереди плывет, все голодное собирает. Да, самую голодную, нетерпеливую. То, что мы смогли с собой взять у него. Такое место козырное. Кто-то ведь должен все равно сказаться. Он есть, но не сейчас. Чем Костя сказал, что прогноз 17 градусов будет? Нагрева у нас. Не будет больше уже никакой тучки. Эта семья вся уходит и разорвала все над нами. Синее черное озеро. Кто бы так подумал? Только по желтым листикам на березах можно поверить, да? Я бы сказал, даже жирам. Вон, видите. Не знаю, видно, не видно на видео, но дымка такая вообще. Женя даже говорит, что это, возможно, дым. Не знаю, что это за дым. Но это испарение. Дым – это вот, который курит Андрюха. Не. Да. Да. Никотин вреден для вашего здоровья. И для моего тоже. Последние грибки на черном. Заканчивается эта осенняя эпопея с этим черным озером. Бы напоследок что-нибудь там. Нет. Да не было никакой раньше тропы. Попался кто-то, да. Целовальная щука. И вот так вот целый день. Да, вот такие размеры. Дребедень день. Солнышко скрывается, рыбалка кончается. Вон и Женя. Женя, можно повернуться сюда, солнце ушло. Солнце ушло. Все ушло.
Заходит солнце, такие облака. Хоп, нормально. До свидания, черное озеро. Ой. Не клевое. Сегодня не. Первый заброс. А ты что делаешь? А было хорошо, нет, что ушла, блин. Хорошо, давай. Ну сейчас погоди, дай мне закурить. Блин, я так как-то без перекуров греб и греб. Молодец, а я не могу. Да, нам, нам надо грибы собрать. Если, конечно, они их не собрали. Да, дымом пахнет. Оп, дым. Ходом, ходом. Мы идем потихоньку, смотри, догоняйте у нас пуля. Да, ты один, тебе легче. У меня он загубляется хорошо. Закончилось наше путешествие на черное через белое. Белое and черное. Да. Black and white. White. Где собаки? Нам надо прямо заплыть в просак. Собакин мы свои. Давай. Привязано? Спасибо. Хорошо. Ты бери его, я буду еще. Так вот, перевернул бы передом задом. Шарахаешься от собачки. Ну все, все, угомонись. Угомонись. Все, хватит, ты что? Здравствуйте. Добрый вечер. На пол. Это вы тут жужжали. Слышали. Мы на черном были, мы слышали, как мы жужжали. Мы видели, вы с черного вывернули оттуда. Да. Мы нигде не были, сам сюда.
Последний день на Неринге. Только приперлись с озера. Вы последний, ты чего не... Предпоследний, я сказал. Пред. И вот что у нас. Щи. Обалденная штука. Опять. Мы были на черном, увы, ничего не поклевало толком. Еще. Да, одна мелочь. Не посадили. И плохо. Ух ты, ладно, хоть домрали грибов еще. Ну, на твоем телефоне нормально. А что будет в фильме? Александр Батькович, пару слов для протокола. Ну, вот, смотрите, приятного аппетита. Для протокола. Вот, вот. Ну, пахнет. Попробуйте. Запах. На троих. Запах божественный. Музыки прилетают. Ладно. Всем добра. Смотрим телевизор. Смотри. Убил. Убил живность.